Российская армия находится в 10 километрах от Покровска и в 6 от соседнего Мирнограда. По данным исполняющего обязанности Мирноградской городской военной администрации Юрия Третьяка, в городе остаются еще около 20 тысяч человек. Среди них тысячи детей, которых регулярно обстреливает российская армия. Местные власти Мирнограда готовятся к обороне города. Уже заказаны заградительные пирамиды. Однако ВСУ российскую армию так просто к городу подпускать не собираются. Враг зашел на направление как желанное, там или рядом э, населенные пункты полностью уничтожены, но мы проводим контрудары, заходя на эти э, территории, где уже ничего нет. Э, мы пристреливаем них до того, и когда враг э, появляется в этих секторах, наносим вал удара. Мы их уничтожаем и далее. Уничтожаем резервы, которые подтягиваются новые-новые на тот же покровский напрямок. Украинская армия ежедневно отражает десятки российских штурмов в Донецкой области. Несмотря на сокращение числа техники, российское командование продолжает массированные атаки, отправляя на украинские позиции большое количество личного состава. В 110-й отдельной механизированной бригаде имени генерала Харунжева Марка Безручка рассказали о новой тактике, применяемой россиянами. Если они сначала шли штурмовыми группами по 10 человек одновременно, и мы их разбирали как с помощью fpv так и артиллерии, то потом они разбились на пятерки и начали уходить. А сейчас вообще это два человека, которые идут. Они это делают одновременно на 10 направлениях. То есть 10 двоек идет по 10 направлениям. Иван Секач, начальник службы по связям с общественностью 110-й ОМБР имени генерала Харунжева Марка Безручка. В интервью радио НВ. Продвижение ВСУ в Курской области заставило Россию перебрасывать свои подразделения туда для укрепления обороны, отметил спикер оперативно-стратегической группировки войск Таврия Дмитрий Лиховий. По его словам, на приднепровском направлении ранее находилось много российских войск, и в этот период штурмы были менее интенсивными. Однако аналитики американского института изучения войны считают, что Москва вряд ли будет готова вывести свои подразделения из Донецкой области. Российское военное командование снимает отдельные элементы российских нерегулярных подразделений из Донецкой области для противодействия украинским военным в Курской области, но вероятно будет категорически против вывода участвующих в боевых действиях российских военных подразделений из приоритетных секторов Донецкой области из-за озабоченности за возможное замедление темпов российских операций в этих районах и зачета Института изучения войны. Враг не снимает э, дополнительных сил, вот, а э, те, которые могли бы усилить э, их позиции на Курском направлении. Поэтому и Торецкий сейчас участок очень тяжелый. Вот и а тут особо ситуация, как мы знаем, и возле Нью-Йорка, вот и в э, других местах очень сложная. Мы наносим удары сейчас одними средствами э, на тех участках, где враг пытается зайти с флангов, вот или э, дальше э, создать какие-то условия для полуокружения. Мы маневрируем, выходим на укрепрайоны, районы, Напомню, 6 августа украинские военные зашли на территорию Курской области. По данным Главкома ВСУ, Киев уже контролирует около тысячи квадратных километров российской территории. Как пишет Financial Times, успех украинской операции в Курской области зависит от двух факторов: сможет ли она отвлечь российские ресурсы от Донецкой области и удастся ли Украине удержать позиции в регионе. Никита Скобликов, для телеканала Freedom. Если в вашей стране заблокирован доступ к видеосервисам, в том числе YouTube, прямой эфир телеканала Freedom круглосуточно доступен на нашем сайте uatv.ua. Чтобы получить доступ к нему через VPN, введите в поисковой строке вашего браузера ⁇ Скачать VPN ⁇ и установите приложение согласно инструкции. Таким образом, вы получите доступ к открытому просмотру эфира нашего телеканала. Также на сайте Freedom самая оперативная и объективная информация в открытом доступе.